Богомол пытался меня съесть, а сделал чуточку умнее. На моей малой родине богомолов отродясь не было. Да сейчас, говорят, они уже много где встречаются. Вот этот богомол вцепился в меня своими прекрасными передними лапами и пытался сожрать. Поэтому я его на время поместил в чашку Петри. Тик-ток, не блокируй меня, вот видишь, я его быстро очень отпустил. Тик-ток ребята очень не любят, когда насекомых трогают. А богомол укоризненно взглянул на меня и принялся, видите, чиститься. Чистку усов хотел, ребят, не ускорять, но реально один усик он чистил 15 секунд. Прям мимишный какой-то. Тут, ребят, внимание на глаза, меня аж дернуло. У него не может быть зрачков, но в глазах что-то двигается. В таких ситуациях мой дедушка учил меня гуглить. Вот наткнулся на потрясающую статью про то, что ученые из Ньюкасла надевали на богомола стереоскопические очки, ребят. Не, серьезно, посмотрите, правда. В работе ученые выяснили, что у богомола довольно хитрое стереоскопическое зрение, это в робототехнике можно использовать. Для такого я не мог его не покормить, но об этом в следующей серии.